Офигеть, как здесь высоко, блин, друзья. Я что-то решил сегодня выйти в эфир, потому что для меня это... Офигеть, как страшно! Всем привет. Я вышел в прямой эфир для того, чтобы запечатлеть, наверное, сегодняшний прыжок. Хочу передать всем огромный привет. Я вообще не понимаю, туда ли я вообще иду. Всем привет, привет, привет. Приветики, приветики. Я вам сейчас видос покажу. Вот это вид. Вот это вид. Что-то он все шатается, правда, здесь. А вон там, видите, маленькая лодка. А вон дорога, машина едет. Офигеть, сколько здесь. Так, мне нужно вернуться. Мне нужно вернуться. Так, вот, ребята, мне уже поставили мой вес. Мой вес. Мой номер прыжка. Скажите, куда проходим 207? А? 207 куда проходить? А это вам по мосту, да? Нужно? В середину моста. В середину моста? Все слышали, да? В середину моста. Кто не прыгал, тому я завидую. Блин, на самом деле эмоции так, очень, очень волнительные. Ну как я могу отказаться? Мы уже вчера решено было. Тем более прыжок уже у меня вот здесь. Как я могу отказаться, друзья? Если за что-то взялся, нужно это сделать. На самом деле, я хочу рассказать небольшую предысторию. Я вот подальше отойду. Вот. На самом деле, зимой я еще сам себе пообещал о том, что я хочу побороть. Мамочки, это в натуре страшно. Вот. Я теперь понимаю, почему. Некоторые люди даже не проходят по мосту. Я зимой себе пообещал прыгнуть. Я вообще боюсь высоты. Это у меня с детства, наверное, такая. Я выше третьего этажа даже не жил. И пообещал себе в этом году прыгнуть в скайпарке с высоты 207 метров. Вот вчера так вот сидели в компании и что-то разболтали за свои страхи. И вот мы, кстати, поспорили. Вот. Что сегодня мы прыгнем, но так как сегодня я один, хожу здесь. И этот. Походу дело, я один. Один. Я хочу вам показать, как здесь красиво. Здесь очень красиво. Мне нужна водичка. Ладно, пойду я, короче. Ребята, чем дольше стоишь, тем страшнее, на самом деле. Офигеть. Представляете, здесь все насквозь. Даже не представляете, что я сейчас испытываю, какие у меня эмоции. Ну, это правда страшно. Офигеть, он качается. Он качается. Он качается. Он качается. Потому что у меня паника, на самом деле. У меня жуткая паника сейчас. Я не хочу идти, но мои ноги меня несут. Потому что я пообещал себе. Я должен это сделать. Я должен это сделать. И чего, зря что ли? Блин, я приехал сюда. Зря людей подбивал. Надеюсь, сейчас Яна смотрит эфир мой, которая обещала тоже прыгнуть. Мамочки. Это на меня сюда. Давайте я. Офигеть, как страшно. А вон 207 я иду. Иду, иду. Друзья, это знаменательные события. Лично в моей жизни точно. В моей жизни точно. Я поэтому специально в прямой эфир вышел, чтобы это потом на память оставить. Знаете, не каждый, я уверен, что не каждый прыгал здесь. Нет, ну идти пока не так страшно, как... Блин, да чего здесь же? Офигеть! Друзья, ну это... Блин... Нет, 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 на самом деле кто-то ходит, вам вообще пофиг. Сейчас... Так... Я пропущу.
молчишь? Страшно, потому что вот и молчу. Подожди, надо собраться, наверное. Да что собираться? Жвачки во рту нету? Да какая жвачка? Ты что? Кроме слей. Ну да. Присаживайся, кроссовки свои подвязывай максимально. Тебе остались. Дай-ка я сейчас куда-нибудь поставлю так вот, чтобы... Мы в прямом эфире, друзья. Подвязываем кроссовки, чтобы они не слетели. Сколько у меня? Вот, 270 человек есть. Дружище, короче, я боюсь высоты. Все боятся. Нормально. Правда, да? Это нормально. Это нормально, да. То, что я признаюсь, я же, ну, нормально. Это же нормально. У меня паника сейчас небольшая. Все в порядке. Главное завязать шнурки, чтобы кроссовки не улетели. А? А, ну вот тоже все снять. Че? Я специально долго кроссовки завязываю, чтобы это... Надышаться. А я вчера думал, Голкорс. Это мы вчера поспорили, Голкорс. Ночью. На что? 100 тысяч долларов они могут какой-то в каком-нибудь другом. Ну да, да, да. Присаживайся. Присаживаться, да? Да. Давай сюда ноги. Опа. Сюда, сюда. Вот, да. Держи кольцо, вставай, подтягивай как штаны. Воду нырять умеешь? Да. Давай. В общем, твоя небольшая задача. Ручки в сторону развести, у тебя будет камера GoPro на руке. Не забывай про нее. Там будет справа серая коробочка висеть. И фотки пофоткаешься. Там будет пушка. После чего я тебя читаю от 5 до дома. И ты прыгаешь как в воду. Голова вперед, и как на фото. Я понял? Да. В принципе, ничего сложного, представься. Ничего сложного, он говорит. Давай, ага. Левая. Левая нога. Левая нога? Да. Это правая. Ну а что левую правую даешь? Ну тебя. А тебя-то на этот. Я понял, ладно. Ну да, короче. А что они стоят? Они все ждут очереди или ждут меня? Нет, они хотят посмотреть, как ты прыгнешь. Слушай, я тоже хочу посмотреть, как я прыгну, только я... Чуть-чуть попозже на телевизоре, там, после 5 минут буквально. Да? После прыжка все равно. Глянешь. Это правая. Скажите, а у вас несчастные случаи были? Сегодня не было. А сегодня не было. И не будут, сразу говорю. Не, на самом деле, друзья, я очень... Давай. Не, ну не... Волнительно как-то, я не знаю. Давай, еще. Какой? О, фига себе. Ну, а ты как? Я поправился сразу. Один. А, и я... Нарисую. Опа, мне сразу уже исправили. Теперь я вешу 105 килограмм со снаряжением. 4 килограмма снаряжения. Что мне? Ага. Правую, да? Да. Большой палец в сторону. Пипец, блин. Сейчас вы на этот услышите, как я кричу. Нормально, конечно. Надо будет телефон убрать. Ну да, ты же постоишь, здесь поддержишь его? Нет. Ну пожалуйста, чего? Ну у меня 357 человек уже хочет посмотреть, как я это сделаю. Ты можешь кому-то кого-то попросить, со стороны, да? Отсюда будет лучше. А вы поддержите телефончик? Я боюсь, что если ты мало только добрать не можешь. А? Или они все в телефоне? А, они все в телефоне. GoPro-шка у меня... Главное, чтобы не потерялась она, да? Я думаю, сейчас я знаю, запихнуть. Давай, дружище. На дальний тогда отойду. Давай. Всем привет. Я тут замещаю оператора на пару минут. Его кто заместил? Как дела, ребят? Прожимайте лайки. Сейчас наш уважающий мой товарищ полетит в бездну. Я не хочу. Я вот снимать буду. Да, привет, Оль. Да, с ним самым. Саша, я так понимаю, владеет.
деле с телефона вот там. Подлетел первый раз наверх, вообще ничего не трогаешь, ничего не делаешь. Снова летишь вниз. И второй раз подлетаешь наверх. Вот второй подлет, время, когда тебе нужно будет взять вот эту ручку и верхний. Первый прыжок 15 тысяч, а повторный со скидкой 40%. 15 тысяч. Это первый раз. Да, да. Будет интересный, да? Будет интересно. Да я не сомневаюсь. Я тут пока коммуникации. Я еще не понимаю. Я расслабься, слушай меня. Все будет. Такие камеры на себя наведи. Привет, друзья. Сегодня для меня значимое событие. Я прыгаю с 207 метров. Надеюсь, впечатление не заставит вас долго ждать мои. Итак, друзья, это Александр. Это в Сочи, Сочи парк. Все, больше приближать не буду, чтобы качество не терялось. Ну, чё. Не-не-не, тут самое нормальное. Там ближе уже неудобно будет, здесь вынос есть небольшой. Все, давайте. Ребята, пользуюсь моментом, хочу припиариться. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Пока Александр поднимается наверх, ничего безумно экшоново не происходит. Буду рад видеть всех. Давайте, налетайте. Свежий контент. Ну да, 15 тысяч, по-моему. Не, ребят, это того стоит.
оно однозначно того стоит. Да пейзаж бы Александр показал, да и этот, свои реплики бы показал. А так вот я красиво. Вот это вот рыбофорелевое хозяйство. Рыбок выращивают. Прыжок стоит 15 тысяч. Первый прыжок. Второй прыжок 40% скидка, то бишь 9 тысяч. Саша, что ему будет? Вон он уже на подъеме. Ну, пойдемте встречать. Выкинуть телефон? Да я обдумал с этим. Да, целиком. Потом эфир сохрани. Я себя поборол. Я поборол себя, я прыгнул с этим одним. А есть выше? Выше есть? Нет, самая большая в России и Европе. Макао. В следующий раз едем в Макао. Вот меня уши заложило, у меня глаза там открытия. На самом деле это непередаваемые эмоции. Летишь? Да я. Блин, меня вообще жуть. Сколько у нас? 400 человек. Руки дрожат, глаза все красные, все красные. На самом деле это было очень. Ой, друзья, это, ну, это страшно, конечно. Все-таки те, кто боится высоты, это страшно. Давление, конечно, скочит, сердце прямо ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну когда уже резинка натягивается, уже так, ну. Уже безопасно. Как резинка натягивается? Да, я прямо чувствовал ее. Блин, на самом деле я очень, ну, нормально испугался. Ну не испугался. Да чего испугался? Я прыгаю, как я могу испугаться. Короче, я вообще ничего не боюсь. Я вот понял, я вообще ничего не боюсь. Что там, Макао, не Макао, ничего не боюсь. Советую, друзья, все, кто будет в Сочи, приходите в скайпарк 207 метров. Ну, это надо попробовать. Тут вам не рассказать. Эмоции просто бешеные. Я не знаю, как это все объяснить. Фото, видео, девочка, на кассе заберешь. Да, да, да. Фото, видео надо забрать будет. Это на память, да? Да, забери. Это входной будет. Ништяк. Все, друзья, спасибо вам большое. Спасибо. Я был рад вас видеть. Надеюсь, мы еще увидимся. Давай, давай. Спасибо тебе, дружище. Спасибо. Спасибо, да. Ну что, друзья, на самом деле... Это офигеть, как страшно. Это очень страшно. Но вообще страха нет. Страх только в нашей голове. Вообще ничего не бойтесь. Если хотите попробовать прыгнуть, прыгайте. Хотите летать, летайте. Правильно? Эмоции просто огонь. Поэтому спасибо всем, кто был сегодня со мной в скайпарке. Пускай через экран, но все-таки ваша поддержка мне была нужна. И этот, как его... Теперь вообще не страшно. Ты идешь по этому мосту, вообще не страшно. На самом деле, когда летишь, хочется глаза закрыть, чтобы это не видеть. Потому что земля так быстро приближается. Но это секундно, на самом деле. Очень круто, очень круто. Я сделал это. Сегодня я прыгнул в скайпарке с 27 метров. Обалдеть! Я вообще счастлив. На самом деле, друзья, очень круто. Очень круто. Фух. Спасибо вам. Всем до скорой встречи. Всем привет, да, друзья. 207 метров. Обалденно. Фу, на самом деле давление очень сильное. Все, пока.